Всем большой привет, мои любимые зрители! С вами Аня, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы продолжаем играть в Avatar World, и я собираюсь создать новых деток для нашего садика. Первый выпуск вы можете найти на моем канале, вам он очень понравился, и вы захотели продолжение. Поэтому, друзья, я не буду останавливаться. Думаю, так будет интереснее играть, но чтобы вам было тоже не скучно, я прошу вашей помощи и давать имена новым деткам, и какие-нибудь способности им прописывать. Создавать новых деток я буду необычным способом. Мне поможет голосовая помощница Siri. Она будет говорить рандомное число, а я буду нажимать на рандомную внешность. Давайте зайдем во вкладочку с персонажами. Я уже здесь всех почистила, освободила местечко. Посмотрите, ребят. Тут осталась только я и пару детей из прошлого выпуска. Также вот такая помощница. С ней вы можете тоже познакомиться в прошлом ролике. Ну даже я здесь маленькая осталась, оставлю, пожалуй, пока что. И вот столько персонажей мы сейчас с вами будем создавать. В сумме я планирую, чтобы в моем садике было где-то примерно 50 детей. Да, это очень, конечно, большое число, и здесь нет такого количества персонажей. Но мы будем периодически обновлять их, создавать новых персонажей, и также уже есть готовые дети, их тоже мы сюда добавим. Надеюсь, вам будет не скучно, друзья. Давайте же начнем создавать. Начнем именно с маленьких, с младенцев, вот таких вот. Привет, Siri, назови любое число. Ох, нет, друзья, 49 это не подойдет. Подождите, это значит, нам надо будет 49 раз листать. Давайте тогда ограничимся. Будем просить называть число хотя бы от 1, ну, до 20, да. Привет, Siri. Назови число от 1 до 20. Это 19. Класс, друзья, вот любое число можно было назвать, но назвали почти что самое последнее, 19. 19 раз мы нажимаем на стрелочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Ну, вот такой вот у меня малышек получился, друзья, посмотрите. Я, если честно, не знаю, похож ли он на мутанта, может быть, это какой-то оборотень, то есть он становится оборотнем. Либо это человек-мутант-малинка, потому что у него пеленка с такими вот клубничками, и еще даже прическа похожа на клубничку. Я жду ваших комментариев, как назовем нашего малыша и какая у него способность. Давайте нажмем на галочку, и он появляется у меня в больнице. Но мы возвращаемся в редактор. Продолжаем создавать малышей. Привет, Siri. Назови число от 1 до 20. Это 20. Боже мой, ребят, ну вы понимаете, какая это просто ирония судьбы. Число 20 назвали. Вот опять 19, 20. Ну неужели нельзя было 2 или 5? 20. Ладненько, нажимаем 20 раз на стрелочку. Ну, даже будет интереснее посмотреть, какие мы внешности пропустим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20. Такой вот темненький малышек у нас получился, друзья. Мне очень нравится, как у него глазки сияют. Давайте пишите в комментариях его имя, или это может быть девочка. И также пишите суперспособность, а мы сохраняем. Будем играть по-честному, может быть, в будущем они как-то себя проявят, и у них появится, ну, может быть, шерсть на этой коже, я не знаю, друзья, такого дополнения тут пока что нет. Но у вас большая фантазия, я уверена, вы мне поможете. Давайте создавать дальше. Вообще посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 персонажей я еще могу создать. Давайте тогда 10 вот таких вот маленьких и 10 детей, которые ползают. Да, так и поступим. Создаем сначала самых маленьких. Итак, спрашиваем Siri. Привет, Siri. Назови число от 1 до 20. Это будет 6. Вот, 6. Ну, наконец-то.
Уже что-то более-менее поближе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Офигеть, друзья, пеленка пиццы. И ладная пеленка пиццы. Вот этот уже похож на мутанта. У него же есть усики. Это же котик, друзья. Этот персонаж определенно котик. Но даже не надо придумывать ему особо сложную историю. Вы можете написать ее, конечно, в комментариях. Я обязательно жду, друзья. И также дайте этому малышику имя. Возвращаемся в редактор и продолжаем создавать. Привет, Сири. Назови число от 1 до 20. Это 16. 16. Ребят, 16. Ладно. Главное не сбиться. 1. Ой, подождите, я же не перевела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот такой новенький малыш-мутант у меня получился. Сохраняем его. И возвращаемся снова в редактор. Так, нажимаю на плюсик. Малышек. И сейчас опять буду спрашивать Сири. Привет, Сири. Назови число от 1 до 20. Это будет 14. Это будет 14. Вы все, ребят, слышали. Я не мухлюю все с первого раза. Меняем 14 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И еще один темненький малыш-мутант, у него даже пеленка темная. Ребят, почему у меня в основном получаются темные дети? Даже у этих персонажей кожа как-то потемнее. Ну, может быть, потом пойду самые светлые. Давайте продолжать. Нажимаю на плюсик. Привет, Сири. Назови число от 1 до 20. Это будет 20. 20. Ребят, 20. Почему она называет последние числа? Все, в следующий раз буду говорить от 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и последний 20. Вот такой вот еще один темный малышек. Смотрите, ребята, они же даже братья. Как всегда, друзья, жду ваши комментарии, придумайте историю для этого малыша и имя. Буду на этот раз просить от 1 до 10 хотя бы. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Это будет 1. 1! Вот, всегда бы так, с первого раза. Ну что, друзья, готовы? Та-дам! И вот такой вот малыш. Опять он с виду обычный, но возможно потом в дальнейшем раскроет свои способности. Давайте еще одного малышка сделаем. И попросим Сири назвать число от 1 до 10. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Это 6. 6, вот, уже что-то средненькое. Как бы ни мало и ни много. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вау, ничего себе, у нас такой космический малыш, малыш-котик. Прикольно, друзья, вот этот мне очень даже нравится. Я думаю, вы придумаете ему мега интересную историю. Лично у меня уже фантазия разыгралась, друзья. Можно же сделать его с какой-то другой галактики. Еще 4 маленьких надо сделать и будем переходить на ползающих детей. Так, просим Сири помощи. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Это 9. 9. Это какая-то уникальная особенность Сири. Она называет почти последние числа. В следующий раз будет полностью 10, друзья. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Да уж, такой вот кричащий малыш. Посмотрите, от чего он, интересно, кричит. Но мне нравятся его глаза, они тоже необычные, и сразу видно, что ребенок тоже необычный. Вообще, по глазам сразу видно, какой у нас более-менее мутант такой, знаете, приземленный. Этот какой-то все-таки космический. Возможно, он от ученого из другой галактики.
Ребят, ваши истории я буду обязательно ждать, потому что без вашей помощи я не справлюсь. Осталось создать троих малышиков. Привет, Сири! Помоги мне, назови, пожалуйста, число от 1 до 10. Ответ 2. Ответ 2. Вот, вы все слышали, давайте тогда два раза нажимать. 1 и 2. Ух ты, какая же прелесть! Мне очень нравится этот малыш, такая симпатичная внешность. На этот раз, кстати, мне попадаются милые внешности. Вот когда я снимала первый выпуск рандомных детей, были прям все почти что космические. На этот раз кожа почти у всех обычная, как у обычных людей. И лишь один у нас из другой галактики, с фиолетовой кожей и даже мордочкой. Привет, Сири! Эй, Сири, привет! Назови число от 1 до 10. Ответ 6. Ответ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та-дам! Еще один малыш готов. Но у него тоже какая-то необычная внешность, и есть в нем что-то такое залипательное, и мне нравится его прическа с этими зелеными бровями. Возможно, в вашей истории будет прописано то, что в дальнейшем у этого малыша изменится там цвет кожи, он станет, допустим, таким вот фиолетовым или зеленым. Создаем следующего малышика, и это будет последний. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. 9. Уже что-то было похожее, 9. Ну, давайте нажимать 9 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот такой вот 9-й малыш. Он тоже с такими прикольными зубками, большими глазами. Может быть, это волчица будущее? Что, ребят, думаете? Пишите, как всегда, ваши комментарии. Теперь будем создавать ползающих малышей. Давайте нажмем на плюсик и откроем новеньких малышей. Ну что, ребят, мне кажется, это намного интереснее даже будет, потому что первый вариант мы уже делали. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Ответ 6. Ответ 6. Надеюсь, она не сильно вам проорала, потому что я очень близко телефон поднесла. 1, 2, 3, 4, 5. Ого, вот это интересная внешность. Но у нас будет 6-я. Ничего себе, у нас тут еще малыш темненький, уже взрослый. Ребят, наверное, вот это уже брат того темного малыша. Какого-нибудь из этих. Но это в глазки закрыты, я даже не знаю, какой у него цвет глаз. Но буду ждать ваших историй, возможно, вы напишите ему цвет глазок. И у него такое пламя на голове. Может быть, это человек-огонь? Даже не знаю, друзья. Пишите ему суперспособности. Создаем следующего малышика. Тут намного легче, нам не надо в больницу перезагружаться. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Это 3. Так, давайте двигаться дальше. 1, 2, 3. И вот такой вот классный малыш у нас получился, друзья. Посмотрите, это же бабочка. Это, наверное, будет девочка-бабочка или девочка-фея. Ну, в общем, друзья, вы, как всегда, у меня будете умненькие и напишите самую лучшую историю. Мне очень интересно делать рандомные внешности именно этих малышей. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Ого, сколько слов, когда можно было просто назвать сразу цифру. 4. 1, 2, 3. Ой, вот эта вот внешность мне показалась какой-то космической сначала, но это же маска. Ладно, у нас 4. Такой простой и миленький малышек у меня получился. Тоже, наверное, с какой-то необычной способностью. С виду они кажутся обычными, но потом там в будущем проявляют свои способности. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Ответ 8. Ответ 8. Так, листаем 8 раз. 1, 2, 3, 4. Ой, вот это вот точно инопланетянин. 5, 6, 7, 8. Ну слушайте, тоже необычная внешность. Глаза такие особенные.
и даже одежду красиво сделали. Мне очень нравятся эти носочки со звездочками. Друзья, пишите имя и суперспособность. Создаем следующего малышика. Но если честно, внешности больше обычные кажутся. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Ответ 5. 5 раз листаем. Но я, друзья, не могу мухлевать и как бы записывать одно, а потом как-то параллельно менять кожу. Давайте поменяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Опачки, у нас еще одна бабочка. А до этого, кстати, была зеленая кожа. Жалко то, что зеленая не выпала для разнообразия. Ой, подождите, надо выйти, я уже создала его. У нас уже есть одна бабочка, тут вторая бабочка. И это, друзья, очень прикольно. Знаете, они могут потом в будущем даже вместе и в школу пойти. И брови такие необычные, но это точно бабочка. Давайте создавать дальше. Я надеюсь, у нас все-таки будет какой-то малыш с зеленой кожей. В принципе, уже в садике есть один такой. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Это будет 9. 9. Так, листаем 9 раз. 1, 2. Ой, прям 2 раза подряд такие интересные внешности. Но мы будем листать дальше, аж обидно. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Да уж, мне попалась самая уникальная внешность. Конечно же, какая еще бы мне попалась? По-моему, они похожи. Но может быть близнецы? И потом у них тоже появятся бабочки. Мы же можем дополнять эти истории. Не забывайте об этом. Кстати, у этого малыша нет бровей. Тоже можно с чем-то связать. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Это будет 1. 1. Итак, друзья, вы готовы? Вы готовы узнать единственную внешность? Вот прям с первого раза, мое любимое. И у нас темненький малыш с такими уникальными глазками в форме сердечка. Мы его сохраняем. И у нас остается 3 малыша. Зеленой кожи пока что не наблюдается, деток. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Это 4. 1, 2, 3, 4. Да ладно, еще одна бабочка. Ну почему, друзья, еще одна бабочка? Что же у нас одни бабочки будут летать в детском садике? Давайте вообще, кстати, посмотрим, какие тут есть интересные особенности. Маски, синяки. А, ну не так много масок. Ну ладненько, тогда особо-то и правда не разгуляешься. Да, в плане масок здесь не так много. Но может быть это будет не именно бабочка. Хотя я даже не знаю, что это тогда. Есть еще мордочка вот такого тигренка. У нас уже есть такой персонаж. Но нам выпала бабочка. Даже пятнистого не было малыша. Но может быть потом у кого-то... А вот это, кстати, интересно. Малыш Бэтмен. Ладно, друзья, у нас бабочка. Еще одна девочка. Но мне кажется, что это девочка. Вот это, наверное, все-таки больше мальчик. Жду имена для наших бабочек. Хотя все они такие разные. Вот этот малыш беленький, этот с темной кожей. И этот тоже с темненькой кожей. У нас еще 2 малыша. Я не упускаю надежды на какую-то интересную кожу. Потому что здесь есть как синяя кожа. У нас еще, по-моему, не было такой. Вот фиолетовая кожа была. Не было розовенькой кожи. Серая кожа есть, по-моему, у вампира уже. Темных тоже много, ну и белых, светлых тоже полно. Так что, друзья, буду надеяться на какой-то сейчас интересненький рандом. Давайте попросим Сири нам помочь. Привет, Сири! Назови число от 1 до 10. Ответ 1. 1. Это будет очень быстро. Только я могу потянуть, но я не буду тянуть. 1. Ребят, мне кажется, это малыш какой-то там сын Зевса. Это прям, знаете, Геркулес. Я не знаю, друзья, если честно, почему у меня возникла такая ассоциация, но мне он напомнил героя из мультика. Вот, ну не знаю, чем он мне его напомнил. Они вроде бы отличаются, но что-то в нем такое есть мощное, что будто это какой-то положительный мутант.
Не забывайте, вы же можете делать не только вот таких вот отрицательных персонажей, как вампиры, какие-нибудь лягушки. Не обязательно называть оборотней. Можно делать также и положительных персонажей, каких-нибудь мифических. Почему бы не назвать его реальным Геркулесом? Ну и не обязательно то, что это будет именно тот самый Геркулес. Возможно, это его потомок. Или может быть это ребенок супергероя, супермена. Ну посмотрите, никакой малыш на такого вот крепкого парня, именно вот такого вот прям человечного, не похож. Все-таки у них у каждого есть какая-то особенность. От глаз до бровей. А этот прям вот именно положительный такой вот супергерой какой-то. У нас, друзья, последняя внешность. Привет, Сири. Назови число от 1 до 10. Это 3. Замечательно. Листаем, друзья. 1, 2, 3. Ой, я пролистнула. Подождите, я случайно пролистнула 4. Так, надо тогда заново. Давайте заново. Это не будет считаться. Я случайно 2 раза стилуса нажала. Так, делаем малышика. 1, 2, 3. Ребят, вот это глаза. Вот это просто огромные глаза-сердечки. Это 100% какой-то Купидон. Ребят, я очень жду ваши имена для этих всех малышей. Также жду их суперспособности. И не забывайте то, что потом мы будем продолжать создавать детей. То есть кто-то, допустим, уйдет из садика, кто-то подрастет. И будем дальше заполнять детский садик. У меня уже есть вот такой вот вампир, тигренок, лягушонок, призраки, белый человек, маленькая я. У меня нет никакой, кстати, суперспособности, я обычный малышек. И вот такие вот новенькие малыши. Особенно 2 последних меня почему-то очень заинтересовали. Детки получились классные. Ставьте, друзья, лайк, если ждете следующий выпуск. Вообще, снимать ли мне продолжение, где я буду нянечкой для всех этих деточек? Также познакомимся с суперспособностями, узнаем имена и так далее. Ну а на этом видео подходит к концу. Большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока.